Всем привет, любителям видеоигр, это игра Лода Онлайн. Я сейчас нахожусь на тропическом атолле, это такой летний ивент в Лода Онлайн. Этот островок запустили на 3 летних месяца, и здесь вот различные есть квестики, а также есть прикольные награды. Там есть даже маунты, есть там один квест, который нужно делать 30 дней, и, за счет этого квеста я потом получу себе помощника, но я расскажу попозже. Сейчас я хотел рассказать вот про что. Есть, значит, в Лодах Онлайн такая штучка, которая ни дня без подарка. Ты, каждый день побеждаешь в случайном сражении, либо, проходишь остров, там проходишь данж, побеждаешь, и тебе дают каждый день вот такую награду, и в конце вот дают суперприз. И мне вот, насколько я помню, вот из такого вот, приза выпала вот схема нестабильного миража. Мне уже, исчезнет через 16 часов написано. Но это считается топовым маунтом. Насколько я знаю всех, кто давно играет, я частенько хожу, когда вот в случайные группы, в случайные данжи, я часто вижу, почти все ездят вот на таком мираже, но у меня миража такого нету. Я, сколько я там считаю, 7 лет не играл, но я уже про это говорил. Ну и давай сейчас заюзу и посмотрим, что это за маунт такой. Так, готово. Давайте глянем. Где он тут? Вот он. Исчезнет через 6 дней. Получается, его дали мне покататься на недельку. Как я понял, тут кормить его ничего делать не надо. Скорость у него получается 17,88, а у моего чопера 16,58. Ну, получается, где-то на 2 метра в секунду у него больше. Так, и также мне дали еще окрас. Теперь у меня доступен шершень, да? Вот такой вот. А, получается, еще мне рандомный окрас дали на этого маунта. Ну, хорошо. Так, куда сейчас? Это давайте вот сюда. И посмотрим, как он выглядит. Класс. Зарядка генератора. 16 единиц, время восстановления 60 секунд. А, то есть еще получается, что... Так, ну давайте вот посмотрим поближе. Сейчас я уберу интерфейс. Вот такой, классный маунт. Здесь он на тропическом атолле. Почему-то все маунты могут летать над водой. Да, раскраска неплохая. Так, ну теперь давайте, посмотрим, что у него тут есть за свойства. Первое — это темпоральный луч. Время восстановления 2 секунды. Наносит цели и всем врагам урон в радиусе 8 метров вокруг. Урон игровые персонажи, оказывающиеся членами темпорального луча, также будут замедлены на 15 секунд, на 3 секунды. Это... Урона замедляет. Второе — это смещение. Телепорты, да? Время восстановления 10 секунд. Третье — это время восстановления 35 секунд. Это мираж невидимым становится на 30 секунд. И четвертое — это стазис. Изолирует цель в стазисе, запрещая ей совершать любые действия. Понятно. Так, готово. Что у нас тут есть? Маскировка, да? А, еще она юзается, получается. Так, ну и... А, понятно, Она, еще маскируется, но... Заряда генератора. Так, а почему у меня... Что-то я не понял. Странно, но почему-то вот эти вот действия у этого временного миража, я не могу сделать темпоральный луч и смещение. И то есть вот эти вот штуки, они работают только с манобатареями, что ли? Как-то не совсем мне понятно. Да, вот так вот как-то. Но вот эта штука, маскировка, юзается. Получается,
Я ее юзаю. И все. Я вот теперь невидимый. Бабчик. Пока не свяжу какие-то движения. Все. Сдвинулся и вот. Ладно, давайте я, короче, сюда попробую с этого острова улететь и на какой-нибудь обычной локации еще потестирую мираж. Ну вот, отлично, я в Новограде теперь. Ну, как я и подумал, то, что просто на тропическом атолле там как бы боевые действия запрещены, и поэтому у меня у миража нельзя было активировать. Давайте вот даже проверим на медведе вот темпоральный луч. Просто его убил, но он уровнем маленького, поэтому шотнул сразу. Давайте проверим теперь смещение. Прикольно, прикольно. Маунт, короче, прикольный, но стоит дорого. Смещение 10 секунд, и это очень удобно. Он, короче, переносится вперед и израсходует, по-моему, сколько сейчас у меня вот получается 58 заряда генератора, да? А, вообще их даже не использует, заряд генератора. Просто, получается, перемещается вперед. Классно, классно. Так, а это получается... А, это стазис, это можно только на игрока. Заюзать стазис. Интересно, там есть кто-нибудь на этом? На арене. Если на арене кто-нибудь есть, то... Можно на нем испытать сейчас. Здесь вот аренка. Есть кто-нибудь там? Нет. Никого не видать. Вон он туда катается на этом. На быстролете. Сейчас, если он сюда заедет, я попробую стазисом зацепить. Не, что-то он не заезжает. Есть. Ну вот, короче, видите? Он там что-то был типа как заморозки. Ну, не знаю, наверное, там прожал какую-нибудь умелку. Давайте посмотрим, кстати, на... Защищен от эффекта стазиса, используемым миражом на... Да, там на минуту, да, получается еще. Короче, маунт классный. Но стоит он очень дорого. Я даже вот на... Если его покупать на... Этих вот на фри-серверах. Кабанчик. Это сколько получается он жрет? Даже я не понял, но мне 46, да? Получается, два заряда вот этих мано-батарей жрет. Вот этот мираж. Так, что тут еще протестировать? Давайте, наверное, протестируем на локации, где мобы с высоким уровнем. Например, на Царство Стихий. Сейчас я, короче, телепортнусь на Царство Стихий и посмотрим, как будут вот эти вот умелки работать на мобах. Много ли они будут дамажить на них. Так, ну что ж, вот я, короче, уже на... Царство Стихий. Кстати, у него еще я не сказал про то, что он призывается 0.30 секунд. Это вообще почти мгновенно. В отличие от вот этого маночопера. Он призывается почти минуту. Ну и давайте сейчас вот затестим. Вот водяник. На вот этом водянике. Да, ну вообще как-то ни о чем. Давайте проверим. Сейчас он меня будет бить. Короче, ну, нормально так. Выдерживает нормально. Но бьет по этих вот мобам очень мало. Это как бы, наверное, считается не это. Да, вообще ни о чем. А, все, я в астрал улетел.
здесь, короче, тоже, да, по воде ползает. Точнее, вот. Так, над водой он. А, я сейчас в бою, да? В воде, короче, как я понял, делать вот эти вот смещения нельзя, телепортации. А если я выехал на местность, на сушу? На суше можно. Но лучше это делать, короче, рядом с астралом вот эти вот, как я понял, телепортации нужно делать осторожно, а то можно вообще в астрал лететь. Что ж, ну вот. Как-то так. Такой вот классный маунт, который называется Мираж. В Володах онлайн это считается топовый маунт. На подписке там его получают, как я понял, бесплатно за прохождение там каких-то этих, короче, данжей, которые рассчитаны на отряд. Но на фри-серверах в Володах этот маунт нужно там, короче, покупать. Я даже не знаю, продается он сейчас или нет, но вот эти вот, которые я показывал, ни дня без подарка, там иногда появляются билетики. Вот этот вот мираж, их нужно собрать 100 штук. Эти символы, то есть сера миража, их нужно собрать 100 штук для того, чтобы получить маунт мираж. А билетиков дают там мало символов миража, там что-то по 2 штучки вроде всего. И то это за супер, вот эти вот, за месячные захождения в игру там можно взять себе вот этот вот. Получается даже, вот, наверное, его не донатором, наверное, его так и не получить. Если только он, не знаю, задротить там нон-стопом месяцами. Ну ладно, буду завершать видео. Попозже даже, наверное, сгоняю на этом мираже куда-нибудь пройду данжик. Всем спасибо за просмотр и пока.